Министр иностранных дел Японии по приглашению своего китайского коллеги приедет с трехдневным визитом в Пекин. Об этой теме рассказала сегодня на встрече с журналистами официальный представитель МИД КНР Хуа Чун Ин. Как ожидается, Ван И и Фумио Кисида обсудят международные и региональные вопросы, представляющие взаимный интерес. Сейчас наметилась тенденция к улучшению китайско-японских отношений, но все еще существует немало дискуссионных тем. Мы надеемся, что Япония сможет пойти навстречу Китаю, строго соблюдать дух четырех политических документов и консенсуса четырех принципов, а также приложить практические усилия для обеспечения прочного, здорового и стабильного развития двусторонних отношений. Напомню, что в понедельник глава внешнеполитического ведомства Японии в своем выступлении выразил готовность наладить отношения с Китаем. МИД КНР высоко оценил это намерение и призвал страну претворить свои слова в практические действия.